Очи Бала или Дева-воительница – один из персонажей премьерного спектакля. Его исполняет артистка музыкального театра. Перед первым прогоном для СМИ она демонстрирует несколько танцевальных элементов и рассказывает о том, что современная хореография в стиле контемп балету далась нелегко. Но эксперимент, в основе которого разговор исключительно на языке тела, опыт весьма интересный. Это ансамблевый спектакль. Наша роль балета – это легенды. Это вот как раз такие мифы, мы такие души. То есть у нас нет главных ролей. То есть у нас у каждого своя роль, и совместно мы вот все-таки представляем этот спектакль такой целый. Нет главных ролей. Но есть два мира. Современный, его представляют туристы, и потусторонний. Легенды, мифы и духи, что раскрывает балет. В его движениях нет характерных народных элементов. Все стилизовано. Можно сказать, что хореография имеет бессюжетную, но не бессмысленную форму. То есть это не конкретный сюжет «увидел, полюбил, умер, родился». Это такая бессюжетная история, но имеет смысл. И за счет пластов хореографии, определенных смыслов, она помогает передать нам сюжет, помогает передать нам смысловые линии и внутренний мир героев отражает. Национальная тематика отражена больше в костюмах актеров и обыгранных ритуалах. Минимализм в декорациях, но максимум световых спецэффектов. А в основе постановки немало конфликтов. Есть и психологический. Это постановка о преодолении наших страхов, наших комплексов, наших различных, говоря современным языком, загонов, которые человеку не дают совершенствоваться, не дают ему стать лучше, не дают ему перейти на новую ступень развития. И в этом нам как раз помогают алтайские мифы, алтайские легенды, алтайские сказания. Рассказать об Алтае, миксуя древнее и современное. Питерские постановщики, которые работают с алтайским коллективом впервые, надеются, что мюзикл зрители оценят высоко. На воплощение спектакля, приуроченного к 85-летию Алтайского края, ушли месяцы работы и федеральный грант Министерства культуры России. Премьера этнопостановки «Хан Алтай» состоится уже на этой неделе. Первые показы пройдут в музыкальном театре 22, 23 и 24 сентября. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.